Знаешь, каково жить 10 лет с умственно отсталым подростком? Черт. Однажды, не сейчас, мне захочется иметь семью. И? Нельзя заводить ребенка от ребенка. У настоящего мужчины есть работа и хоть какие-то амбиции. Может, тогда займемся любовью? Я подумал и решил открыть ясли на дому. Твой бред очень забавен, но я работаю. Не отдавайте дочь туда. Ясли с 8 до 9 так просто не найдешь. До 9 вечера? Правильно, что перестала ждать, пока он повзрослеет. Но он мой брат. У него нет опыта работы с детьми. Прекратите. Ну, в общем, играйте сами. Хотим есть! Надеюсь, что вы любите Макдак, потому что вы будете есть это каждый день. Нет! Ох, ты маленький засранец. Сегодня же это закончится. Почему? Я разошлю видео с ребенком, который чуть не упал, всем твоим клиентам. А я тогда выложу в интернете видео того, чем мы занимались в Испании. Чем рафтингом? Факингом. Факингом, мазафака. Есть способы заставить детей спать? Снотворное? Нет, надо, чтобы они выпустили свою энергию. Своди их в парк. Вы точно не устали? Нет! Значит, продолжаем бегать. Еще 5 километров и домой. Чему такой тип, как ты, может научить малышей? Твой новый мужик уже свалил? Это Витас, потому что так же вопит. А этот малыш? Джастин Бибер. Из-за прически? Нет, потому что из него лезет одно дерьмо.